Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Принцесса и лягушка. Все мы знаем, что бывает, когда принц целует заколдованную в лягушку принцессу. Но что случится, если переодетая в принцессу официантка поцелует лягушку принца? Король лев. История об отважном ребенке по имени Симба. Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Книга джунглей. Непримиримая борьба с опасным и внушающим страх тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватывающее путешествие. На пути мальчика ждут удивительные открытия и запоминающиеся встречи с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей. Зверополис. Добро пожаловать в Зверополис, современный город, населенный самыми разными животными, от огромных слонов до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы, полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей. Здесь есть и элитный район площадь Сахары, и неприветливый Тундра Таун. В этом городе появляется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха Джуди Хоббс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером будет болтливый хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем их предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса. Большой кошачий бег. Большинство домашних котов, как наш герой Пухляш, привыкли довольствоваться жизнью в теплой уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную долину розовых снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно. Ленивому и неповоротливому Пухляшу только и остается, что отправиться на его поиски вместе с другом волнистым попугаем. Ведь жизнь большого города таит немало опасностей для маленького котенка. Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий. Королевский корги. Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей – это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец британской королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий королевский корги. Папа, мама, гусь. Гусь по имени Пэм никогда не унывает, несмотря на свою неудачливость. Родственники и друзья его недолюбливают и считают самовлюбленным. Действительно, Пэм эгоистичен и часто из-за этого оказывается в нелепых ситуациях, но ему всегда удавалось выходить сухим из воды, благодаря своему везению и чувству юмора. Когда стая совершала большой перелет, Пэм сбился с пути и поранил крыло. Падая на землю, он чуть не шиб двух маленьких утят. Они были совсем одни, без родителей. Так самоуверенный гусь становится для пернатых малышей и мамы, и папы. Теперь у нашего героя появился план найти родственников утят. Для этого они отправляются в дальнюю дорогу, где их ждет множество приключений. Остров собак. История 12-летнего мальчика Атари Кабаяши, опекаемого коррумпированным мэром Кабаяши. Когда по указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там, на острове, вместе со стаей новых друзей и дворняк, он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей префектуры. Тайная жизнь пингвинов. Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе, вдали от морского побережья, необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который, оказывается, связан не только с его жизнью,
но и судьбой всего мира. Волшебный парк Джун. Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный парк развлечений реален, но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее мечты. Помогут девочке ее новые друзья, волшебные звери парка. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание! До скорых встреч!